Приветствую всех на канале Необычный сад. Хочу вам показать свою капусту. Вот смотрите, у меня вот такой вот парничок. Поставила ей временный. Она уже, бедняга, посмотрите, что там творится. Вперлась уже вся в верхушку, в потолок. Вот какой лист у нее уже. Ну, вроде как вредители сюда не попадают. Вот замульчировала. Это вот первый слой. Видите, вот этот вот был. Это я добавила на днях. Вот. Земля вся влажная. Куча живности. Влажная, но, видите, рыхлая вся. И вот купила новый парник. Сейчас будем его устанавливать. Посмотрела эту идею на канале В Огороде Про. Они выращивают капусту полностью до уборки под укрытием, не снимая его. И вот сегодня была жара, где-то 25 градусов. Как видите, капусте ничего нету. Сейчас снимем парник, покажу вам, как она выглядит без парника. И поставим новый. Вот видите, все так же, как они там советуют. Вот бутылочка обрезанная, чтобы можно было мульчу докладывать. Правда, у меня не горячая трава, но так очень удобненько. И капуста упирается в нее. Видите, не падает сильно. Как-то так. Ну, смотрите, кто пришел. Помощник. Помощник новый. Растет новый помощник, да? Ну, покажись всем, покажись. Меня зовут Изи. Да? Говорит, Изи. Нашли вот таких двух малышей. Пухняшечных. Вон там второй, видите, там бегает. Лизи! Лизи! Вредины. Непослушные дети. Хотят играть только. Сняли парник старый. Вот. Видите, посередине. И вот здесь вот это вот. Это поздняя капуста. И вот эти две. Вот эти две, да. Это мегатон F1. А вот это вот по краям, вот это маленькая, это ранняя капуста. Алина F1. А, и здесь вот я... Капуста вся была посеяна прямо здесь. Я вам ставлю кусочек видео, где я вам показывала. Села здесь капусту. Уже взошла. Скоро буду ее накрывать. Вот всходы капусты. Вот. Это ранняя Алина F1. И вот здесь посерединке у меня поздняя. Мегатон F1. Я просто прорядила и все. А вот здесь вот ранняя не взошла. Я сюда позднюю пересадила. Просто выдернула там и пересадила. Видите, она немножко отстает. Та, что выдернутая была, и сюда посажена отдельно. Вот уже немножечко начинает виться. А ранняя... Ну так, слегка, ну не знаю. Я этот сорт первый раз попробовала. У меня капуста вообще не росла. Это вот первый год такая, более-менее. По этому способу. Вот разница между нашим стандартным парничком и новым покупным. Вот поставили новый парник. И вот так внутри теперь полно места для роста капусты. Вот, видите, дырочек нету. Все хорошо. Накрываем. Вот, видите, слой мульчи здесь хорошо видно. Вот. Моя рука. Вот здесь еще внизу старый слой. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.